Всем привет, вы на канале Тренер и с вами Ренат Гарифуллин. Сегодня мы начнем серию уроков, посвященных комбинациям в тайском боксе. И, конечно же, с какой серии мы начнем? Это кресты. Это самая простая серия и, на мой взгляд, самая сокрушительная. Пробиваем левой рукой и правой ногой сбоку. Крест. Еще крест. Вся моторика движения строится, что вы с задней ноги посылаете вес тела вперед, пробиваете левой рукой и за ней сразу выбрасываете правую ногу. Эта серия достаточно сокрушительная, и она позволяет научиться именно сочетать удар рукой и ногой. В тайском боксе это немаловажно, чтобы вы умели работать рука-нога или наоборот, нога и потом переходить на комбинацию руками, допустим, или на одиночный удар рукой. То же самое можно пробить с другой стороны. То есть пробиваем накрест уже с правой руки. Пробиваем правой рукой, делаем подставочку правой ногой с разворотом. И добавляем левой ногой уже. Комбинация пробивается быстро, как серия в боксе. Левый-правый, как двоечка в боксе. Простые комбинации, с которых, на мой взгляд, лучше всего начать изучать комбинации в тайском боксе. Да, и стараешься это бить как двойку. Рука-нога. Ногу вкладываем. Второй удар обязательно вкладываем больше. Вот. Еще. На выдохе. Нету ноги. Удар нет. Удар потерялся. Кик. Нету. Поменял ногу. И ввалил. Несмотря на то, что эти комбинации простые, они крайне эффективны. Поэтому начинать изучение тайского бокса следует именно с этих комбинаций. А в следующем уроке мы подготовим для вас более сложный вариант комбинации рука-нога. Подписывайтесь на канал Тренер, смотрите наши видеоуроки, ставьте лайк. До новых встреч!